Что сказали там, ебаться, пи***ц. Вам пришел спецназ на помощь? Соседний Леша, получай, сиди. Сидит спецназ? Угу. Слава богу, мы уже всех тут на уши подняли. И в Министерство обороны, чтобы вам еды доставили, нафиг и все на свете. И этот генерал, с генералом даже разговаривала. Я говорю, что, блядь, там у парней творится? Я говорю, сука, блин, не найдешь их, так убью. Че, он, на какую он помощь там пришел? Он вон сидит в соседней лесополосе, заменили других парней и все. Ну, господи. Что, мы просто говорим, эту позицию-то обстреливать, так они ведь вам помогут или как? Че они нам чем помогут? Всю ночь нахуй бегали от этих от коптеров, нахуй, скидывали на нас. Такие страсти рассказывают, что там у вас творится, так? Парни-то, которые, видать, на позиции в километрах, там, в 500 метрах, звонят домой, говорят, там так боют, говорят, пи***ц, жопа, что там творится впереди. Нас сюда закинули, блядь, как у вас, нахуй. Не отвечай, блядь. Я даже такого, нахуй, Чечни не видел, блядь. Их там до хера стоит против-то, да? Они, сука, наступление ведь готовят, господи. Ну чё, и трубим-то, чтобы забирали вас оттуда. И вон сидят, нахуй, за 40 метров от нас. Ну, конечно, генерал сказал, спецназ сделает свое дело, так не знаю. Где, нахуй, вон они сидят, нахуй, ёбану, 500 метров от нас, блядь. Головы, нахуй, не показывают. Что же заглушки, он не может позвонить руководству, заглушки стоят. Он говорит, вечером еще раз свяжусь с командованием. А, перестань, нахуй. Они нас обещают уже хуйня, сколько снять отсюда. Вы не уразовые, кстати? Какая нахуй уразово, блядь, под Харьковом, блядь. Знаешь, вот, ну, слушай, все... танкист, ты тоже все там вчера вроде раненых 15 человек, нет? Не слышали? У вас-то все хоть живут? Слушай, вчерашнего, блядь, по получальнику, но живут.